юности почти опустел. Обложив семью получением диплома, я еле наскреб пару мятых дней, чтоб урни автобуса добраться до дома. Бредя по району, я стрелял минуты у подростков, пробегающих мимо. А мой двор, обшарпанный, как яцекутер, норовил обернуться могилой. Призраки прошлого курили в подъезде, и я прошел сквозь, забыв их имена. В одинокой квартире, не сняв грязной одежды, забылся нервным подобием сна. Разбудивший меня 30-й день лета, заботливо принес проблемы в постель. Собираясь на работу, я не заметил, как карман моей юности совсем опустел. Спасибо. Не убирай, не убирай. Нет, спасибо. Нет, я просто хочу вот кафе «Юность» закрыто, это просто такой символ. Оно что-то где-то в районе кооперативного института, и я просто, ну, я прохожу и понимаю, господи, что-то здесь не так. А во Львове я еще видел, ну, я не мог заскинуть все фоточки из своего инстаграма, да, вы понимаете. Но во Львове я видел еще предприятие с названием «Вера», и оно было закрыто, то есть оно было полностью зарешочено, и это очень все символично, вот. Поэтому добро пожаловать в закрытое кафе «Юность», теперь мы там вместе. Приятного аппетита. Вот. Последнее стихотворение, опять же, могу забыть.